Аделю Алиеву называют принцессой фортепиано. Репертуар одной из самых интересных всемирно известных пианисток, обширный и разносторонний. Она дает концерты в лучших залах мира. Заслуженная артистка Азербайджана изучала направление русской и европейской классической музыкальных школ. Она может показывать разницу этих школ, как исполняются произведения там, в европейских школах, и как исполняются произведения у нас. И вы знаете, очень большой интерес и наши студенты, и ученики многих школ, ученики музыкального колледжа, школы Бюльбюля. И это инициатива Министерства образования Азербайджана, очень прекрасная инициатива. И мы очень рады, что Аделя ханум здесь у нас первый раз сейчас дает мастер-класс, но мы надеемся, что это будет не последний и будет много-много раз. Аделя Алиева впервые выступает с мастер-классом у себя на родине. Инициатива принадлежит Министерству образования Азербайджана. Известная пианистка с удовольствием делится опытом и навыками владения фортепиано. Здесь я отдаю всем очень много своих секретов. Обычно такие секреты мастерства не раскрываются. Говорят общие слова и этим ограничиваются. Но мне кажется, что я должна дать свой долг. Вот этой земле, этой стране, вы знаете, это нелегко. Расти далеко от дома, получать знания где-то, ну, вдали от семьи, вдали от родных. Вот это то, что накоплено, я стараюсь передать этим ребятам. Задача, которую ставит перед собой Аделя Алиева на мастер-классах – помочь ученикам выявить слабые моменты в игре, сделать на них упор, а также научить новым приемам игры на фортепиано. Вначале я очень волновалась, только позже, благодаря ее объяснениям и игре на фортепиано, мне удалось справиться с переживаниями. Уроки Адели Алиевой дают начинающим пианистам творческий импульс, большое желание продолжать заниматься и выступать на сцене. Помимо этого, у студентов появилась возможность узнать больше о международном конкурсе пианистов имени Адели Алиевой, который уже на протяжении 22 лет проходит во Франции и Швейцарии. Жизнь наша очень короткая, у исполнителей тем более. Так что надо всегда делать хорошее людям. Еще азербайджанская традиция «джандей джанашид» – это очень здорово. Так что я надеюсь, что ближайшие наши планы будут совместные во всех отношениях. Азербайджан – моя родина. Я с удовольствием это делаю. Кроме мастер-классов, в Баку Аделя Алиева также даст пару концертов. Насладиться игрой известной пианистки можно будет в Музее музыки Азербайджана и Университете АДА. Хаил Мамедова, Нами Гасанли, CBC. Thank you.